Зарубежные гости, спектакли без слов и уникальные магнитные куклы. Сегодня в Кировском кукольном театре рассказали, как будет проходить международный фестиваль театров кукол «Вятка. Город детства» в сентябре. Мероприятие начнется с шествия от театральной площади к зданию кукольного театра. В нем примут участие актеры и куклы кировской труппы. Основное действие начнется на площадке у входа в кукольный. Там покажут представление кировские артисты. Гости фестиваля покажут свои уникальные куклы. Кстати, труппа из Петербурга привезет со спектаклем магнитную куклу. Зритель нашего кукольного такого не видел ни разу. Международный фестиваль ждет и зарубежных артистов. В этот раз к нам приедет театр из Франции. Спектакль «Свифт» покажет абсолютно новое проявление кукольного театра. Спектакль визуальный, то есть там достаточно все понятно, там речевой подачи будет минимум. Технологии интересные, я думаю, те, кто придут, они будут удивлены. Какие еще фишки используют французы, работники театра рассказывать не хотят. Говорят, пусть пока останется тайной. Вообще, как отметили в кукольном, этот фестиваль будет богат на авторов и жанры. 12 театров из России и зарубежья покажут пьесы по Зощенко, Солженицыну, Мандельштаму и другим именитым драматургам. Фестиваль «Вятка. Город детства» начнется 19 сентября в 12:00 на Театральной площади и продлится до 23 числа.